Здравствуйте! Помоги себе сам. Эта поговорка из прошлого как никогда актуальна сегодня применительно к своему здоровью. Мы будем говорить о лечении травмами или фитотерапии. Этот метод лечения становится все более актуальным и применяется все чаще в практическом здравоохранении. Препараты растительного происхождения действуют мягче, чем синтетические. Правильно составленные сборы можно применять годами, что актуально при хронических заболеваниях, и, наконец, они гораздо дешевле. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии очень известный в Заволжье человек, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий отделением профилактики Заволжского центра здоровья Пермичев Вячеслав Сергеевич. Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич. Здравствуйте. Вячеслав Сергеевич, мы знаем, что, будучи по образованию врачом-терапевтом, вы уже более 30 лет увлекаетесь травами. Очень много о них знаете, накопили богатый опыт и многие рецепты испытали лично на себе. Вот поделитесь, пожалуйста, с нами, какие болезни или недомогания лично вам пришлось преодолеть с помощью трав. Сегодня я вам расскажу о полезных лекарственных травах, которые омолаживают, оздоравливают организм, снижают уровень холестерина в крови, замедляют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, осложнение сахарного диабета, повышающие потенцию. Физиотерапия полезна лишь тогда, когда она испытана на практике и используется грамотно и разумно. Действительно, я в течение многих лет занимаюсь сбором, выращиванием лекарственных растений, анализировал, подбирал, которые помогли мне улучшить работу моего сердца, восстановить его функцию, улучшить остроту зрения, так как я предусмотрел в лекарственных травах витамин В2, который улучшает остроту зрения, улучшает работу печени и кроветворения. Если раньше у меня при снятии электрокардиограммы были нарушения ритма, экстрасистолы, то я без всяких химических элементов все поставил на место. Острота зрения улучшилась. Если где-то в 45-50 лет у меня сливались буквы, если смотрел я на экран, то сейчас я читаю газеты без очков. Улучшилось. Смотрите телевизор? Смотрю телевизор, да, и все, что и на улице, никогда сейчас. Да у меня нет очков таких вот специально для этого. Холестерин крови стал управляемым. Вот очень важно, понимаете. Я сдавал постоянно анализ крови клинический, биохимический, холестерин крови, сахар крови, эхокардиограмма, электрокардиограмма, гормон предстательной железы. И все анализировал. И вот сейчас, когда я сдаю, то тех отклонений, которые было, сейчас не замечаю. Таким образом, у вас на сегодняшний день нормальный сердечный ритм, холестерин в норме, хорошее зрение и нет осложнений с сахарным диабетом, которые вы говорили, вы к нему предрасположены были. Да? Да. Так. Вячеслав Сергеевич, мы знаем, что у вас есть схема приема препаратов растительного происхождения на каждый день. В нашей предварительной беседе вы говорили, что вы ежедневно употребляете яблоки, чернику в листьях и в ягодах или в ягодах, лафан тибетский, амарант, петрушку, сельдерей и овес. Это так? Так. Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, почему именно эти продукты, эти препараты, эти фрукты и ягоды вы ввели в свой ежедневный рацион? Ну вот сегодня я хочу с вами поделиться достоверным результатом, которое проверено лично на мне, о чем я говорил
раньше. Я начинаю яблоко. По полезности оно занимает первое место. Оно защищает нас от рака и заболеваний сердца, от заболеваний почек, от подагры, улучшает кровообращение, расширяет сосуды, связывает радиоактивные вещества, стронций и кобальт, способствует выработке витамина В1 и В12 в желудочно-кишечном тракте. Яблоко имеет растительное вещество пектин, который очищает организм от вредных веществ. Одно-два яблока в день, и вы обеспечите себя кверцетином, который улучшает иммунную систему, защищая от различных вирусов и микробов. И так далее. Очень полезные. Поэтому я советую ежедневно принимать по яблоку утром, и вы забудете, где находится у вас сердце. Черника – уникальное растение. Начну с того, что в чернике находятся витамины А, В, С, П, микроэлементы достаточно в большом количестве. Черника улучшает микроциркуляцию в крупных сосудах, укрепляет память, повышает потенцию. Черника также применяется при самых различных заболеваниях. Особенно я бы хотел сказать, что там имеется природный инсулин, неомертелин, который снижает сахар в крови у больных с сахарным диабетом 2. И многое другое. Применяется при самых различных заболеваниях, гипертонической болезни, при гастритах, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Улучшает зрение, я хотел сказать. Вот. И многие другие. Черника – растение летнее. Вы ее заготавливаете сами? Да, ее заготавливают с мая месяца до начала июля месяца, когда еще черника до появления черных ягод. Тогда она полезна. Лафан тибетский. Название травки, о которой вы сейчас будете говорить, очень необычно для нашей полосы. Вот расскажите нам о ней. Лафан тибетский – это уникальное растение. Оно полезно взрослым и детям. Применяется при самых различных заболеваниях, особенно заболеванием сердца и нарушением ритма, при гипертонической болезни, при гастритах, панкреатитах, заболевании печени. В этом столько биологических активных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов. В 1992 году американские ученые опубликовали о хроме, такой микроэлемент, который содержится в лафанте тибетской. И оказалось, что животные, получавшие этот элемент, жили в два раза дольше. Вячеслав Сергеевич, лафант называется тибетским. Он растет на Тибете. В нашей полосе он встречается или нет? Да, встречается. Как вы видели, я его выращиваю у себя в огороде в достаточно большом количестве. Лафан тибетский – это бесплатная аптека. Вот вы посидите там полчасика, если работаете, и у вас усталость вся кончается. Вот. Лафан тибетский, он особенно применяется тогда, когда имеется повышенный холестерин крови. А что значит повышенный холестерин крови? Это преждевременная
старение, изменение в сосудах, как в народе называется атеросклеротические бляшки. И вот весь принцип в том, что все заболевания, возьмите ишемическую болезнь, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, связаны с нарушением обмена веществ. И я вот ставил перед собой задачу активизировать эти обменные процессы, а для этого в организм надо поставить достаточное количество биологически активных веществ, микро- и макроэлементы и витамины. Вот. Еще одно растение вы используете ежедневно с очень красивым названием – амарант. Тоже не все, наверное, его знают. Вот кратко расскажите нам о нем. Амарант – это как бы декоративное растение. А в то же время оно имеет большие свойства и применяется при лечении различных заболеваний. Вся императорская знать по древнекитайской медицине вот, применяли амарант от старения. Амарант – это общее укрепляющее, тонизирующее действие, применяется при самых различных заболеваниях. Главное в амаранте – это сквален, это природный углеводород, который из нашей воды в организме захватывает много кислорода и качественно отдает клеткам мозга, сердца и всему организму в целом. Так что этот, я советую, и этот, это растение будущее 21 века. Кашу амарантовую, кстати, сухотно ел Петр I. Да вы что? То есть это растение можно не как в аптечке своей держать, но еще и у него есть другие свойства? То есть да, можно... амарант у него съедобные и листья, и соцветия, и сам, понимаете? Вот. Листья, зеленые листья применяют в салате, в то же время оно как сахароснижающее действие при сахарном диабете. Хорошо. Давайте сейчас вернемся к более привычным для нас растениям. Расскажите нам о сельдерее. Полезные свойства сельдерея обширны и многогранны. Оно применяется при самых различных заболеваниях. Особенно с заболеваниями сердца, повышает иммунитет, улучшает работу желудочного тракта, применяется при слабоумии, улучшает память, содержит достаточное количество микро- и макроэлементов, снижает давление, общеукрепляющие, тонизирующие действия. Это все сельдерей? Сельдерей. Особенно он полезен мужчинам при заболевании предстательной железы. Улучшает потенцию, либидо и другие. Так что советую кое-кому почаще принимать сельдерей. Хорошо, к вашим советам люди прислушаются. Ну и, наконец, такое известное в нашей широте растение, как овес. Все мы его знаем, знаем овсяную кашу, знаем, что она полезна. А чем полезна овсяная каша, чем полезен овес? Овес применяется при самых разнообразных заболеваниях, и как общеукрепляющее действие, оздоравливающее действие, омолаживающее действие, при заболевании желудочно-кишечного тракта, увеличивает мышечную силу. Сами вы знаете, конь идет, пашет, устал,
овес поел и поехал дальше. Антисклеротическое действие при гастритах, при сахарном диабете, при повышенном артериальном давлении, переутомлении. А при простудных заболеваниях заваривают? При простудных заболеваниях, да. Вот. И многое другое про всем можно сказать, вы даже и не подумаете. Вот. Французский врач, с которого началось все вот применение овса, он применял овес и прожил 120 лет. Вячеслав Сергеевич, теперь давайте поговорим непосредственно о том, как вы применяете все эти чудесные препараты, ну, общеизвестные для нас – яблоко, сельдерей, травы, чернику. Расскажите, пожалуйста, нам о вашем рецепте, то есть с чего вы начинаете день и чем его заканчиваете? Прежде чем что-то начинать, какое-либо лечение, траволечение или другое, нужно посоветоваться с врачом. Лично моя схема лечения по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижения уровня холестерина в крови начинается с яблока. Я съедаю ежедневно яблоко каждый божий день на протяжении многих лет, без перерыва. Просто вы его не трете? Я его чищу. Просто почистите? Потому что своих яблок не хватает, а покупное я стараюсь вымыть его и почистить. И съедаю. Так, с этого начинаете свой день. Да. Дальше. А затем я готовлю раствор, состоящий из многих компонентов, которые фигурируют в зависимости от того заболевания или той причины, от которой вы хотите избавиться. Поэтому можно лафан тибетский, черничный лист, сельдерей, петрушку, на этом закончить. Можно добавить листья фасоли, стручки фасоли, вот, топинамбур. Если у кого-то имеется нарушение сердечного ритма, можно добавить мяту, которая восстанавливает также сердечный ритм. И принимать это надо длительно. Никогда траволечение не вылечивает заболевание в течение нескольких дней. Это длительный процесс, но зато оно связано с природой. А скажите, пожалуйста, вот сегодня вы что для себя заварили? Сегодня я с утра принимал лафан тибетский, черничный лист, сельдерей, петрушка. На ночь приму 7 долек грецкого ореха и щепоточку, как в народе говорят, кедрового ореха. Если вы посмотрите структуру грецкого ореха, там имеются все необходимые и незаменимые аминокислоты, и поливитамины, различные витамины, и микро- и макроэлементы, и биологически активные вещества. И грецкий орех применяется при самых различных заболеваниях. Общеукрепляющие, тонизирующие свойства. То же самое и в кедровом орехе. Если вы хотите подробно, то почитайте про это. Это будет очень полезно. И лучше их принимать, когда человек идет ко сну. Перед сном. Перед сном, да. Оказывается, белки усваивается лучше во сне. Вот. А также, допустим, там имеется линолевая и линоленовая кислота, и, по мнению ученых, они предотвращают развитие раковых заболеваний.
Но все достаточно просто, в то же время требует определенных усилий. Вячеслав Сергеевич, правила хорошего тона не рекомендуют интересоваться возрастом у женщин, и многие мужчины относятся к этому отрицательно. Вы свой возраст не скрываете. Вам? 76. 76 лет. И идя к нам на передачу, чтобы доказать, что он абсолютно здоров, можно так сказать? Да, и... Абсолютно здоров, он принес нам результаты сегодняшних анализов. Да, я сегодня еще раз убедился, что лекарственные мои растения действуют правильно, грамотно и разумно. И я сделал анализы и пришел к выводу, что действительно, вот биохимические анализы показывают, и у меня на нижнем уровне холестерин. Это я сделал в лаборатории, в стационаре, более точно. Вот. А это? А это анализ крови. Все соответствует норме. Все соответствует норме. Так, значит, Вячеслав Сергеевич, вот люди посмотрят нашу передачу, они же не все абсолютно здоровы, да, у многих уже есть хронические заболевания. Скажите, пожалуйста, человек может быть здоров, он может победить болезнь, он может вылечиться? Здоровье можно вернуть почти всегда, только с возрастом эти усилия возрастают. Дорогие друзья, лечиться народными средствами оказывается еще и экономически выгодно. Вот прежде чем идти на эту передачу, мы зашли в магазин и посмотрели, сколько стоят овощи, сколько стоят травяные сборы, хлопья овсяные, яблоки, ну и яблоки и орехи. И вот ваш сбор на сегодняшний момент ежедневно стоит от 40 до 50 рублей. Это если у человека нет своего сада, он не запас черничных листьев, да, он не набрал ягоды, не заморозил их, он все купил в магазине. Арифметика проста. 50 рублей в день потратить на себя, если вы лечитесь травами. А сколько стоят ежедневно препараты от того, для того, чтобы понизить давление, кардио и иммуностимулирующие, всем нам хорошо известно. То есть лечиться травами не только приятно, да, но еще и дешево. Вы согласны с этим? Согласен. Согласен. Я хочу добавить, что вот это лафан тибетский, это иммуностимулятор. Соперничающий с женьшенем. Только его действия более медленные, но длительные. Вот. А сколько по времени вот вы лечитесь? 30 лет? Ну да, я принимаю очень длительное время. 30? Начиная на заре своей молодости, когда я начал врачом, я уже занимался вот этим сбором и выращиванием лекарств травы. Я перечитал все энциклопедии, все, что в каждом растении содержится. Поэтому я применяю их не только так, а уже действительно разумно и целенаправленно. И многие растения вы выращиваете сами? Да, я многие растения выращиваю у себя в огороде. Вячеслав Сергеевич, подводя итоги нашему с вами разговору, скажите, пожалуйста, какие очень простые советы на каждый день вы можете дать нашим зрителям для сохранения активного долголетия? Профилактика – это самое главное в предупреждении таких грозных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, осложнение сахарного диабета. Активный образ жизни. Всегда поддерживайте артериальное давление в норме. Холестерин тоже. Вот. Ну и я, как занимаюсь этим, советую принимать лекарственные травы, которые содержат антиоксиданты, препятствующие внедрению холестерина в стенки сосуда, повышающие иммунитет, снижающие старение клеток. Принимать лекарственные травы, которые содержат витамины содержащие,
микро- и макроэлементы в достаточном количестве. Кто и может прописать людям такие сборы? Не все же 30 лет увлекаются траволечением, не у всех есть медицинское образование. Ну, специалисты, они везде, и по траволечению имеются. Ну, чтобы, конечно, лучше, когда имеется диплом врача. Вячеслав Сергеевич, вы говорили о том, что повышенный холестерин – это медленный убийца, да? Приведите нам, пожалуйста, самый простой пример для людей, у кого повышенный холестерин, чтобы они могли привести его в норму. Ну, достаточно взять овес. Я применяю его в молотом виде, в кофемолке. Берете стакан овса, засыпаете его в термос или в кастрюлю, заливаете литр кипяченой воды, доводите до кипения и кипятите на медленном огне до тех пор, пока получится желеобразное такое состояние. И принимаете по 100-200 мл за 30 минут до еды. Это как противосклеротическое действие, снижение сахара в крови, улучшение работы сердечно-сосудистой системы и нормализация нервной системы. А как долго надо его применять? Не менее 3 недель и в течение года не менее 3 курсов. И понизится холестерин? Да. Что такое холестерин? Это жироподобное вещество. Он бывает высокой плотности и низкой плотности. Лучше, когда он высокой плотности. Ведь я сказал, что во многих заболеваниях, кроме инфекционных, вот, имеется нарушение обменных процессов. Вот в какой-то момент мы не знаем, имеется нарушение проницаемости сосудистой стенки. Туда и устремляется жироподобное вещество, вот холестерин, кальций, фибрин. Потом это прорастает соединительной тканью и, как в народе говорят, атеросклеротическая бляшка. А что такое атеросклеротическая бляшка? Значит, это нарушается нормальное движение крови в сосудах к любому органу. Нарушается ее питание. Отсюда, чем дальше, тем хуже. И вот этот вот настой, или как его, взвар, как назвать-то? Вот, совсем. Настой. Применяются настои и отвары. Если, допустим, мы лекарственное вещество заливаем кипятком, оставляем на ночь, это настой. А если мы зальем, допустим, кипятком и еще некоторое время кипятим, то это отвар. Это две вещи разные. Если, допустим, овес мы будем делать настой, он действует на желудочно-кишечник как бы послабляющий. А если мы сделаем отвар, то закрепляющий. Закрепляющий. Да. И как раз отвар овса и влияет на уменьшение холестерина в сосудах. Да. Снижение холестерина. Рецепт от Вячеслава Пермичева. 1 стакан молотого овса или овсяных хлопьев залить 1 литром горячей кипяченой воды и вскипятить на медленном огне до образования желеобразной массы. Применять 3 раза в день по 0,5 стакана за 30 минут до еды в течение 3 недель. Всего за год необходимо пройти 3-4 курса. Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях был заслуженный врач Российской Федерации, заведующий отделением профилактики Заволжского центра здоровья Пермичев Вячеслав Сергеевич. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, помните, чтобы сохранить активное долголетие, нужно выполнять определенные правила. И правила эти достаточно просты. И, пожалуйста, будьте здоровы!